Конечно, вот эти зеленые клипсы, которые повесили фондовки на уши собачкам, очень, конечно, большие. Я думаю, что они, конечно, представляют им неудобство. А, даже видите, как они вылизывают ушки, а? Я сразу вспоминаю нашего Бубушку, как его девчонки, его подружки обихаживали, тоже так же глазки вылизывали и ушки на макушке. Но поменять клипсу, клипса должна быть. Это говорит о том, что собака стерилизованная, и это уже будет доказательно, да? Не разговоры. Хотя в приюте у нас тоже очень много стерилизованных собачек осталось, но клипсы мы не вешали. И здесь, конечно, надо эту клипсу снимать и менять на более такую, ну, компактную. Но опять же, это надо собачку обездвиживать, опять ей наркоз небольшой давать. Да даже дело-то не в деньгах, просто, понимаете, опять вот эти стрессовые ситуации, они могут сказываться на животных. Ой, я не могу, вот чудики, ну чудики.